Он, ну, я подумал то, что ему 4 лет. А оказывается, ему 8. Ага. Максим, ну расскажи, вы там чего там делали-то? Сначала мы там играли. Во что? Сначала мы играли, а потом уже, мячики вот так. Баскетбол? Эта игра называется баскетбол. И мячики вот так маленькие, зеленые, откидывали. А потом мы пошли в огромный зал, и там мы бегали с разными приемами. С приемами, да? А приемы я дома вам покажу. Ну ладно, покажешь. Дальше мы играли баскетбол. Ага. И наша команда победила. Ого, круто. Тебе удалось немножко мячом повладеть, Максим? Да, потом мы уже дрались с грушами. С грушами уже? Да. А Юрий Алексеевич что-то тебе рассказывал там про груши, что и как делать с ним? Нет, не рассказывал. Он только про мячики рассказывал. На первый урок. Понятно. А другие мальчики тоже с грушами дрались? Да. А у них перчатки были? Да. А тебе дали перчатки? Да, мне дали. А у тебя были маленькие перчатки или большие? Для моего возраста. Для твоего возраста? Давай, скорее. Да ничего страшного, Максим. Ты хромаешь, я смотрю. Все в порядке? Ты молодец. Посустал. Я пытался быть лучшим, я стал. Молодец. Значит, на каждый урок, чтобы был лучше, надо было столько труда. Надо что? Столько труда. Очень много. Ну да, наверное, точно. Ты молодец. Первое занятие у тебя какое прошло. Здоровское. Вот так Максим сходил на первую тренировку по боксу. Я тут, все. Принесли. Ты хочешь? Привет, Матвей. Ну что, как дела? Хорошо. Дай петюлю. Где Лёва? Лёва? Почему вы пешком? Мы на машине. А почему ушли? Да машина там у нас. Где Лёва? Лёва, в машине где-то там с папой едет. Я же на даче был. Алло. Алло, не заходил на дачу. А куда он поехал? А с папой, то есть. Они были дома. Мы Нины. О, здравствуйте. Здравствуйте. Они
должны. Где я? Ты посмотришь, какой я тебя бесил. Надо еще попить. Так, 30-30 я держу. Покажи, где. Ой, что-то кто писает? Кто это писает там? Это ты. Вовача. Не надо было выдыхать.